Люди, когда находят, или мы находим, ну тогда уже что нашли, то и нашли. Значит, бывают такие случаи, что половина фильма находится, мы находим, а вторую половину приходится искать по всему миру. Вот, и это явление очень часто и приносит достаточно хороший результат. Все-таки в мире очень много киноархивов, и мы, значит, являемся членами ФИАФ. Мы все взаимосвязаны между собой по всему миру, и мы обращаемся друг к другу, что а нет ли такого-то фильма у вас. Вот, все это рассматривается безотказно, абсолютно безотказно. Вот, и очень много мы фильмов находили вторую половину там, в другом совершенно государстве. И у нас, особенно у нас, в Европе ходит, например, такая пословица. Если у вас утеряна надежда найти какой-то фильм, то обращайтесь в Госфильмофонд Российской Федерации. Там обязательно сохранено. Есть перечень документов, которые они должны представлять. Вот, значит, и по этому перечню мы принимаем от них, потом даем справку, что они сдали то, что положено, и на основании этой справки получают они прокатное удостоверение. Это речь идет о новых кинофильмах. Тем и отличается Госфильмофонд России, что у нас нет селекции. Единственное, что если у нас есть это в фонде, тогда да, это не представляет никакого интереса. Если же в фонде нету этого кинофильма, то любой кинофильм представляет для нас интерес. И мы обязательно, значит, стараемся получить этот кинофильм. То ли купить, то ли так они дарят. Ну, разные формы применяются. Вот. Бывают частые приобретения от кинофильмов, которые предлагают нам. Вот. В основном люди просто для того, чтобы сохранить, просто сдают нам. Вот. Это целая процедура. Знаете, я не могу сказать, что там происходило. Но то, что там, когда передали нам это все, да, значит, мы, во-первых, большую часть заранее приобрели вот, у них. И все, что у них было, мы, конечно, все взяли. Такого факта или явления, допустим, к нам кто-то обратился, и мы отказали, такого быть просто не может. Мы ищем по всему миру вот все, что есть. И то, что они там киностудия раньше делала, ну, я не могу за это отвечать, но вот с момента, значит, передачи авторских прав, все, что там было, мы выкупили. Все, что там у них сохранено, сохранилось, вот мы это все приобрели. Много. Очень много. То, что, да, они, конечно, интерес представляют и для населения, и для народа, потому что чем вот интерес, вы назвали сейчас наш кинофестиваль, чем интересен наш кинофестиваль, потому что то, что здесь на этом кинофестивале показывается, больше нельзя нигде увидеть, посмотреть. Это только находится в Госфильмофонде Российской Федерации. Вот. И, конечно, каждый год у нас находки, идется постоянная работа по каталогизированию. Вот. Ну, я могу вам сказать, что весь фонд, то, что привозилось, трофейные кинофильмы, значит, ну, где-то на 40% каталогизирован. Работы очень много еще впереди. Что там найдем, мы какие фильмы еще найдем. Очень плохо, что вот Госфильмофонд Российской Федерации был образован в 1937 году, только в 1937 году. И вот
70% немых фильмов, которые производились в Российской Федерации с 1898 года, очень много потеряно. Вот это большая беда. А с образованием Госфильмофонда России вот, в 1937 году вот, ни один кадр не был утерян. Вот, кадр не фильм, а кадр. Все, что производилось, все сохраняется, сохранено. Я думаю, что лет через 20 будет, наверное, полностью. Опять понятие относительное, потому что я еще раз вам говорю, что мы работаем со всеми киноархивами мира. Вот. И обязательно там находится какой-то русский фильм, вот, советский фильм. Но больше всего русского фильма, русских фильмов, потому что советские фильмы, они в основном все здесь. В основном 99,9%. Вот. А вот российское кино, садя его образование, очень много утеряно. И мы постоянно находим в том или ином государстве какие-то фильмы, которых нет у нас.